Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Народный артист России Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская не будут принимать участие в зимнем шоу. Вместо них на сцену Лайф-арены, где будет проведен концерт, выйдут исполнители Люся Чеботина, Хабиб и Бурито, пояснили организаторы. Вынуждены сообщить об изменении состава артиста, и зимнее шоу пройдет 1 января 2024 года на Лайф-арене в классическом формате новогоднего концерта. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Бурито. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений, написано на сайте площадки. Российские знаменитости были вынуждены извиняться за свое участие в вечеринке «Голые вечеринки», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Несколько общественников раскритиковали артистов за неподобающий дресс-код и даже написали иск в прокуратуру. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, которые отмечали, что никто не нарушал закон. По мнению вице-спикера Госдумы РФ Владислава Дованкова, обсуждение скандальной «Голой вечеринки» следует прекратить. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, главное вынести из сложившейся ситуации правильные выводы. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!